Дорогие девушки, всем привет! Сегодня хочу вам показать, как я буду делать холодную парафинотерапию для своих ручек. Если вам интересно, то оставайтесь со мной, продолжайте смотреть. Желаю приятного просмотра! Парафинотерапия – это одна из самых приятных и эффективных косметических процедур по уходу за кожей. Она успешно применяется в косметологии для восстановления сухой и шелушащейся кожи рук, стоп, локтей. Эффект виден сразу после сеанса и сохраняется несколько дней. Парафинотерапия наиболее востребована мастерами маникюра и педикюра. Спрос на эту услугу особенно велик в межсезонье, когда кожа рук чаще всего страдает от сухости, трещин и шелушения. В сегодняшнем видео я буду показывать вам, как я делаю холодную парафинотерапию с помощью средств от компании Aravia. Первым шагом я буду наносить тоник для очищения и увлажнения кожи с мятой и ромашкой. Тоник бережно очищает и тонизирует кожу, содержит эфирное масло мяты и экстракт ромашки, обладает охлаждающим действием, дарит ощущение свежести, придает коже тонкий приятный аромат, эффективно подготавливает ее к процедуре. Вторым шагом я буду наносить скраб с маслом персика. Гранулы скраба бережно удаляют роговевшие клетки, способствуя легкому проникновению витаминов и микроэлементов в кожу. Масло персика интенсивно питает и увлажняет кожу. Плотная текстура создает защитную пленку, предохраняя от воздействия высоких температур. Сначала я втираю скраб, а затем, после того, как крем полностью впитался, я буду стряхивать гранулы скраба, чтобы ручки наши были чистые и нежные. Вместе с ними я буду избавляться от роговевших клеток. Следующий этап – это интенсивное увлажнение. Для этого я буду использовать сливки «Питательный уход» с коллагеном. Эти сливки интенсивно увлажняют, питают кожу, проникая в глубокие слои эпидермиса. Коллаген способствует восстановлению структуры кожи, повышая ее эластичность и упругость. Кожа становится нежной и шелковистой. И последнее, я буду наносить крем-парафин, сливочный шоколад с маслом какао и витамином F. Он интенсивно смягчает, возвращает эластичность, способствует разглаживанию мелких морщинок. Комплекс из масла какао и витамина F борется с сухостью, делая кожу мягкой, оказывая общеукрепляющее действие. После нанесения парафина я использую пищевую пленку, которой я оборачиваю руки. Можно их поместить в тепло, но у меня не оказалось под рукой варежек теплых. И поэтому я просто сидела в пленке и ждала 15-20 минут. Через 15-20 минут остатки крем-парафина я удаляла бумажной салфеткой и не смывала водой. После такой процедуры ручки очень мягкие, приятные на ощупь, достаточно увлажненные. И остается этот эффект примерно 5 дней. Мне очень нравится приводить таким образом свои руки в порядок. Я вас всех очень сильно люблю. До скорых встреч. Пока-пока.